Социальные проекты в приоритете. Не только в столице республики, но и в районах Мариэл продолжается реализация социальных программ. Одна из них – переселение из ветхого жилья в Новом Тарьяле. Ключи от благоустроенных квартир получили 16 новоселов. Каково это жить без удобств, Зинаида Кириллова знает не понаслышке. В бараке женщина с двумя детьми прожила почти 20 лет. Поэтому, получив ключи от новой квартиры в родном поселке, откладывать новоселье в долгий ящик Зинаида Васильевна не планирует. Ветхое жилье было, конечно, у нас там не отапливалось, конечно, барак. Мы жили даже без отопления 2 месяца. Конечно, завезем, это в первую очередь, да, мебель, жить будем. Все хорошо, чисто, даже, не знаю, слов нету даже. Соседями Зинаиды Кирилловы в этот день стали еще 15 человек. Все они жители одного поселка и хорошо ладят. Кстати, это не первый дом, построенный в Новом Тарьяле для нуждающихся в улучшении жилищных условий людей. Прошлый дом 6-квартирный был, он маленький, конечно. Людей, желающих много, которые хотят получить именно хорошее жилье после ветхого. Вот это 16-квартирный дом. На будущий год тоже у нас планируется еще такой же дом строиться. В принципе, ну, как бы народ просит это, народ хочет. У нас сейчас где-то в поселке человек 100. Считается, которые нуждаются в улучшении жилищного чисто по ветхому жилью. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья реализуется во всех городах и районах республики. За 8 лет новые квартиры получили более 5500 жителей Мариэл. По данным регионального Минстроя, в этом году объем финансирования программы по переселению составляет около 740 миллионов рублей. Из них лишь чуть более 400 – средства федеральные, то есть фонда содействия реформированию ЖКХ. Остальное вкладывает республика. Это главное условие для регионов. 50% дает федеральный центр, за что мы благодарим и президента, и правительство. А 50% мы в республике изыскиваем. Вот сегодня мы даже на месте рассказали людям, что вот 8 миллионов пришло из федерального бюджета, а 8 мы нашли вместе с муниципальным образованием. Ну, часто муниципальное образование денег не хватает, поэтому правительство немножко увеличивает трансферты, чтобы они могли поучаствовать в этой программе. Главное, чтобы люди мы могли дать квартиры. Это большой праздник в жизни, когда люди из ветхого жилья переселяются в комфортные квартиры. А строители постарались, квартиры очень хорошие. Продолжится адресная программа и дальше. В планах правительства республики до 2017 года ликвидировать в Мариэл 105 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда или 440 многоквартирных домов. Всего в новом жилье сегодня нуждаются более 7200 жителей региона. Конечно, в одночасье проблему не решить. Для того, чтобы расселить всех, потребуется в первую очередь время. Ведь 3000 квартир в один миг не построишь. Что касается финансирования, общий объем его составит 3,5 миллиарда рублей. Деньги уже заложены в бюджет, а это значит, что новоселье в прошлом у жителей ветхих и аварийных домов не за горами. Отметят они его друг за другом во всех районах республики. Не исключение и столица Мариэл.